Всем здоровчики, народ! В этом видео я расскажу, как поучаствовать в конкурсе и выиграть много призов. Там много призов в розыгрыше. И хочу извиниться. Начну я, пожалуй, с извинений, чтобы вы не ушли сразу после того, как узнаете про конкурс. По поводу чего хочу извиниться. Давайте я начну с того, что на розыгрыше у меня будет сейчас 15 танков. 15 танков и 25 ключей. Танки мне подарили, скажем так, мне подарили, а я вам, Wargaming. Кто был на официальном стриме летнего сезона, они об этом знают. Если бы я Артика выиграл в PvP-шечке, было бы 20 танков, а так 15. Вот, и мне там Артик сказал про то, что у меня в видосе одном есть косяк, потому что, типа, я лоханулся, я не проверил информацию. Это по поводу того, что японские ПТ понерфят. Я лоханулся. Я приношу свои извинения. И мне очень сильно неудобно стало. Не потому что это было на стриме, а потому что я виноват в этом. Но! Еще больше я хочу извиниться. Вот реально, вот, ну, с японскими ПТ это типа, вообще там, кому это вообще интересно. Вчера в видосе про ивент я вас немножечко взгрел, обманул, потому что, ну, я лоханулся. Я сказал, что нужно 650 единиц среднего опыта, но по моей информации, которая у меня была про этот ивент, там было написано, что 6500 гильз нужно, чтобы до танка дойти. Но это было без учета того, что нужно еще 6 этих вот этапов пройти, где нужно еще там 2 косаря потратить. То есть по факту получается 800 с копейками, и мне за это вообще капитально стыдно, реально. Я написал в комментариях про то, что я уже когда узнал сразу после выхода видоса, ну уже менять было поздно. Я в комментариях написал, закрепил, но многие не читают комментарии. Поэтому, ну, сорян, ребятки. Все. Я впредь постараюсь реально больше усилий мозговых тратить на то, чтобы не допускать таких ситуаций. Вот. И теперь по поводу конкурса. Но сначала осталось 5 дней кэшбэка от Huawei. Если вы не знаете, что это такое, а вы знаете, что это такое, то при донате вы получаете 50% обратно любой покупки, любой стоимости. 50% возвращается назад, ну, не деньгами, а монетами. То есть, если, допустим, брать сундуки с крушителем, да, они стоят 320 рублей, берете, допустим, 2 сундука за 320, получаете обратно 320, ну, вы потратили 600 с копейками, вернулись вам 320 или сколько там, и можете взять еще один сундук бесплатно. Ну и где вы такое сделаете? Вся инструкция есть в описании, ссылочки, все там есть. Пару дней осталось, скоро закончится все. А теперь идем к конкурсу. Разыграем 15 танков 8 уровня. 15, короче, 15 штук. На выбор. Любые из тех, что в ветках. Да, есть небольшие ограничения. И разыграем еще 20... Блин, у меня пальцев столько нет. 25 ключей для контейнеров с крушителем. Будет 5 победителей на ключи, то есть каждый получит по 5 ключей. Ну, мне кажется, это вообще прям шикардос. Ну, конечно, лучше танк выиграть, но если брать из ничего, то 5 ключей — это отлично. Конкурс проходит в Телеграме, ссылочка будет в комментариях и в описании. Просто переходите, просто нажимаете кнопку, бот вас записывает. И 14 августа, как раз когда закончится ивент, вы соберете сундучки, бот подведет итоги и вы, ну, весь список победителей сам рандомайзером высчитает и опубликует. Вам придет оповещение о том, что вы выиграли. Ну, типа, вы узнаете об этом. Плюс будет большой пост в группе с ссылками. То есть каждому победителю можно будет написать. То есть, ну, короче, ну, все по-честному. Вот. 17.00 МСК. Ссылки в описании, инструкции в описании. В комментариях все есть. Заходите, смотрите, участвуйте. Все. Кстати, заходите сегодня на канал Кижевик, я там буду открывать контейнеры с крушителем буквально через часика полтора, может даже через час. Все, ссылка на Кижевику тоже будет в описании. Все, покедова.